А вы почему не соблюдаете режим самоизоляции? Как это не соблюдаю? А что, погулять я не могу? А кто мне понесет что-то? Я одна живу. И что, я голодная должна быть? То есть вы считаете, что нужно выходить, но только по крайней необходимости? Конечно. Я только так и выхожу. Вот иду, мне надо молока. Вот я погуляла в парке, иду, мне молока надо. Вот, пожалуйста, с повязочкой, как человек, с перчаткой. Сидеть дома? Да ну, что я буду сидеть? Ну, я в магазине одеваю, а тут-то что я буду одевать? Я как ходила, так и хожу. Ну, я куда попала-то не хожу. Вот здесь только мы гуляем. А так дома. На пенсию-то не прожить, девушки. Приходится все равно работать. Мы соблюдаем, видите, на масках. У нас постоянно обеззараживающие есть. Но дома сидеть не готова? Нет. Людям рекомендовано сидеть дома? Ну, да, сейчас. Я же по делу иду. Потому что мне на курорт еду, надо лезвие взять. Нам по здоровью. У меня вот давление, мучаюсь я. У него тоже своя проблема. На часок хоть выходить, вот на берег идем, подышать с кислородом. А так вообще дома сидите? Дома сидим, никуда. В магазин надо идти. Вы считаете, это нужен указ? Кто нас будет кормить? Вы что ли?